Вот-вот ему исполнится 59, и он не просто на бумаге участник боевых действий в Афганистане, в отличие от певицы Зары, участницы военной операции в Сирии. Наш герой и в жизни, и на экране настоящий Супермен, счастливый отец трех дочерей, красавец и любящий муж, который уже 35 лет женат на одной единственной. Как сложилась непростая судьба Евгения Сидихина, и почему у него всегда печальный взгляд? –